типа анимационная заставка. Угу. Смотрим хоккей, в общем. Остается чуть больше 15 минут до матча «Автомобилист» Борис. Да, дорогие друзья, я не ошибся. И это у нас не повтор первого выпуска. Это всего лишь навсего финал. А пока, чей автограф изображен на кубике моего микрофона? Что, заинтриговал? Поехали! Пока у нас перерыв, предлагаю вашему вниманию посмотреть спецсюжет о том, что было днем. Поистине хоккейный пир сегодня у нас в субботу. Сразу три матча в день. В 12 часов состоялся матч за третье место между командами Югрой и Ладой. В 3 часа уже можно было наблюдать игру очень интересных даже команд. Ведь к нам в Екатеринбург сегодня приехала команда звезд НХЛ. И днем состоялся матч звезды НХЛ против команды Неоплан. Зрители могли вживую видеть игру нашего знаменитого земляка, легендарного хоккеиста Павла Дацюка. Приятные впечатления. Большое спасибо, что меня пригласили. Они сыграли очень замечательно, они доказали свое мастерство, не зря они выиграли дворец для нашего города, они сделали большое дело, и сегодня они доказали, что они в боевой форме. Да не так.